В эфире телепередача «Смак по-карельски». Сегодня у нас фирменное блюдо – окунь жареный с комарами. Для этого нам понадобится окунь обыкновенный, 3 штуки, сковорода, которая думает о нас, масло растительное, примерно 2 столовых ложки. Также понадобится соль по вкусу, половинка луковицы размером чуть больше яйца, ну и немножко смеси перцев. Приступаем. Так, окуней чистить ни в коем случае нельзя. Нужно всего лишь отрезать головы и слегка ополоснуть. После того, как на костре хорошо прокалится сковородка, то просто положить этих окуньков сюда. Вот. Так, теперь нужно густо посыпать солью, потому что через... Да, не очень густо получается. Через чешую соли пройдет немного. Возможно, придется досаливать. То же самое делаем с другой стороны. Вот как они сгибаются. Вот теперь осталось их равномерно помешивать, чтобы они прожаривались со всех сторон. Да, сюда же можно половинку луковицы почистить, порезать. Если, конечно, есть место. Все зависит от размера сковороды и размера окуней на ней. На ней. Опля. Долго будет прожариваться этот большущий. Что этот вопрос, этот процесс неспешный, займет он, наверное, полчаса. Можно еще слегка добавлять масло, чтобы не подгорали. Да. И прав тоже не помешает. Ну, где это? О, густо, потому что через чешую все равно проникнет внутрь довольно мало. Дальше дожарить до золотистой корочки можно подавать к столу. Для употребления понадобится специальный столовый набор из 10 предметов, майонез, подходящая жидкость. Ну, соль, перец по вкусу. Нужно просто-напросто осторожно снимать кожицу вместе с чешуей. Смазывать это дело майонезом и употреблять. Так что ваше здоровье. Кстати, комары-то задерживаются. Температура забортной воды. Итак, с вами был ведущий, оператор, режиссер
сценарист, ну и так далее, Виктор Рогов. Снято на озере Верхние Кичаны в июле 2010 года.